Всем привет! Меня зовут Артем, и вы на этом канале, скорее всего, уже довольно долго. Но кто-то, может быть, заглянул впервые. Время нынче такое, что главную ценность в информационном пространстве приобретают новости. Я уже несколько раз запускал проект ежелокомотивских новостей, он заканчивался спустя какое-то время. Но разбираться в потоке происходящего все сложнее, поэтому давайте попробуем еще раз. Будем встречаться раз в две недели, обсуждать, что важного произошло в локомотиве, в российском футболе и вообще вокруг всего этого. Подписывайтесь, лайкайте, распространяйте, давайте свои инфоповоды. В общем, давайте обсуждать в комментариях все, что вас интересует. Сегодня в выпуске. Ян Кухта и его чешская дисквалификация. Поражение от ЦСКА. Трансфер Пабло в Бразилию. И самое интересное из тура российской премьер-лиги. Но сперва новость с пометкой «Молния». Как стало известно мне только что, десятки людей уже получили фрибет в 2000 рублей от компании FonBet, всего-навсего зарегистрировавшись в мобильном приложении по ссылке в описании и промокоду ежелока. Компания Фонбет не только помогает нашему каналу в развитии, но и придумывает много других акций. Например, на прошлой неделе можно было ловить яйца, как в старой доброй электронной игре, а также получать за это дополнительные фрибеты. Кстати, каждую неделю в нашем Телеграм-канале я публикую идеи для ставок, которые помогут сделать вам просмотр футбола еще более интересным. Так что, если вы еще не зарегистрировались в приложении, то обязательно это сделайте. Ссылки, напоминаю, в описании. Всю неделю болельщиков «Локомотива» тревожило томительное ожидание. Уже во время матча с «Химками», который «Локомотив» с трудом, но обыграл, стало известно, что участие Яна Кухты в этой игре было под большим сомнением. А ведь именно Ян в итоге забил победный гол, что сильно не устроило руководителей «Химок», и они подали протест в КДК. Дело в том, что в последней игре чемпионата Чехии, который проводил Ян Кухта за Славию, он вынес мяч из ворот рукой, за что получил одноматчевую дисквалификацию в секретных регламентах FIFA, существование которых, судя по всему, скрывали от юристов нашего клуба, есть недвусмысленная статья, которая говорит, что любая дисквалификация в случае трансфера сохраняется и должна быть отбана на национальном уровне. Так как подобных прецедентов еще не было, и для многих эта информация стала как гром среди ясного неба, появилось множество толкований, как это могло произойти и что нужно делать. В том же регламенте ФИФА сказано, что информация о дисквалификации передается от одной национальной федерации в другую национальную федерацию, от чешской к российской. Чехи почти сразу выступили с заявлением, что всю необходимую информацию они передали правильно. Если раскручивать клубок дальше, то становится понятно, что по факту Кухта должен был пропустить матч с Краснодаром, ведь именно эта игра стояла первой в нашем календаре. Однако игра с Краснодаром была перенесена из-за известных событий и закрытия аэропорта. А регламент РФС хотя бы в этой части абсолютно однозначно говорит, что дисквалификация гасится только в реально сыгранных матчах. А вот дальше самое сложное. После Краснодара Локомотив провел игру с Енисеем на кубок, которую бесславно проиграл, причем Ян Кухта был на поле. В России дисквалификация на кубок и чемпионат считаются раздельно. В Чехии такого разделения нет. Никакого четкого упоминания, как поступать в таких случаях, в регламенте РФС нет. А регламент ФИФА, напомню, просто говорит о том, что дисквалификацию нужно отбыть на национальном уровне, что бы это ни значило. И непонятно, какой регламент более значим, чешский или российский. КДК принял решение, что кубковый матч считается, а раз Локомотив его проиграл крупнее, чем техническое поражение, то засчитывать технарь никакого смысла нет. И, кстати, дисквалификация Кухты теперь считается погашенной, так как все по тому же регламенту FIFA, если матч состоялся, то неважно, пропустил Кухта его или нет, засчитано в нем техническое поражение или нет, этот матч все равно считается. Это, конечно, серьезно подорвало пятые точки у всех. И ладно у химок, которые раздумывают над апелляцией, но и у наших любимых доброжелателей из числа журналистов тоже. Советуют обращаться в Лозанну и гарантируют победу. Однако из размытости регламентов я бы, конечно, не был столь категоричен в оценку успешности этого дела. Решение КДК РФС юридически обосновано, а Локомотив отскочил только потому, что и так обосрался на футбольном поле хуже любого технаря. Чудесное совпадение, которое позволило клубу выйти сухими из воды. Разве что после включения кухты в протокол шансы на проход дальше в кубке свелись к абсолютному нулю. И это грустно, потому что, как известно, в России пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И раз сегодня обошлось, никаких выводов в локомотиве не сделают. А ведь если бы матч с Краснодаром не перенесли, то технарь бы светил нам уже на той стадии. И это были бы супер важные три очка, за которые локомотиву еще предстоит побороться. Но это просто еще одна яркая иллюстрация того, что в организации каких-то внутренних клубных процессов абсолютный бардак в локомотиве, который уже долго не могут починить. И если по спортивному блоку у меня есть только частные вопросы по определенным позициям, то к чисто клубной деятельности этих вопросов великое море. Начиная вот уже полтора года ремонтируемой Баковки и стадионов Перова, Заканчивая медиаслужбой, которая живет в каком-то своем оторванном мире и плодит никому ненужный, бессмысленный и ужасный контент. И то, что гром все-таки не грянул, это временное облегчение, потому что пронесло именно сейчас. Никаких изменений в структуре работы и принятия решения, которые позволяют допускать такие ошибки, сделано не будет. К игре с ЦСКА Локомотив подходил с двумя глобальными проблемами, и обе касались игры в обороне. В атаке худо-бедно и в матче с Химками, и в матче с Енисеем было создано достаточно для того, чтобы побеждать. А вот то, что творилось в обороне, наиболее емко отражает слово, которое я не могу произнести. Но оно рифмуется со словом «конец». И касалось оно двух вещей: непосредственно игра центральных защитников, которые почему-то играли скорее как опорники, постоянно уходили со своих мест куда-то на фланг или выдергиваясь в центр поля и открывая огромные зоны. Ну а вторая вещь это оборона при стандартах. Проблема в обороне обусловлена во многом тем, что из защитников на Химке остались только Мампаси и Черный. Ну, пока только они у нас, 22 защитника. Артуру особенно не доверяют, хотя мне кажется, что при более низком потенциале прямо сейчас Артур показывает более зрелую и ну, рациональную игру, чем новоявленный россиянин Марк Мампаси. Все-таки ужасные события, которые происходят в Украине, в частности в Мариуполе, с которого Марк уехал всего несколько месяцев назад, где у него наверняка остались друзья и, может быть, какие-то родные, не могут не влиять на юную психику игрока. На Химке отрядили в оборону Дмитрия Баринова, хотя он двумя голевыми передачами позволил Локомотиву переломить ход игры, его игру как центрального защитника положительно оценить, ну, никак не получается. В тройке? Да, возможно, но в двойке центральных защитников точно нет. Он играет как опорник, и это раз за разом приводит к провалам в обороне. На ЦСКА, к счастью, выздоровел Тин Едвай. После матча Дмитрий Лоськов сказал, что они удивлены, что едва и хватило на всю игру. Но на самом деле не особо хватило. И хотя матч Е2 явно себе может записать в актив, например, он стал лучшим игроком вообще всего сезона среди всех команд по количеству перехватов, последние 10-20 минут он уже явно не демонстрировал той активности в отборе, которая и позволяла нашей команде довольно комфортно чувствовать себя в штрафной площади. По большому счету, несмотря на наличие ярких индивидуальностей у ЦСКА, это и Медина с Караскалем, и Языджи, и вышедший на замену Эджуки. Провалов, приводивших к ударам без сопротивления, у локомотива практически не было, а те удары, что все-таки состоялись, они были скорее связаны с ужасной игрой крайних защитников или со стандартными положениями. Да, стандарты едва и поправить не смог. Тут и у ЦСКА лучший в лиге исполнитель, и какой-то ступор, в который впадают наши игроки, когда проигрывают борьбу за мяч. Соперник бежит на ворота, а наши игроки просто смотрят, чем же это все закончится. Это повторяется раз за разом, из матча в матч. Енисей, Химки, ну и ЦСКА. Причем дважды. Что с этим делать, непонятно, но делать что-то надо. Чуть-чуть наладив оборону, Локомотив упростил себе задачу, но в целом она все равно формулируется как «забить больше, чем пропустим». А это сложно поставить на поток, если ты не сборная Бразилии с зубастиком Роналда на Австрие. Да и у них не всегда получалось. И в частности, конечно, для этого нужен праймовый рефат Жемалединов. Тот рефат, который уничтожил ЦСКА в первом круге. Пока Жема от своей оптимальной формы очень далек. И дело не в двух незабитых пенальти или не попадании в пустые ворота с вполне рабочего угла, хотя это бы сильно помогло. Дело в общей скорости принятия решения, которое сейчас у Рифата снизилось до какой-то катастрофической отметки. Он здорово бежит, он по-прежнему классно исполняет, но только если ему дать вагон времени, которого обычно все же нет. У Лока все на самом деле очень неплохо по движению, по умению находить свободные зоны, вбегать в них. Команда действительно здорово поработала над этим в межсезонье, да и Кухта с Сидором неплохо вписались. А уж что творил Керк в свой час, это вообще эстетическое удовольствие. Но чтобы все это связать воедино, нужны центральные полузащитники, в частности Баринов с Рифатом. Я очень далек от того, чтобы ругать их за игру. Они в целом-то играют очень неплохо. Это точно не история Федора Смолова. Но вот именно сейчас от них требуется чуть-чуть больше, чем от остальных. Потому что лидеры. Потому что если не они, то кто? И мы точно знаем, что они могут. И я надеюсь то, что будут играть гораздо лучше. Игра завершилась со счетом 2-1. ЦСКА выпустил Эджуки из-за Болотного и додавил. Локомотив все еще страдает от травм. Ждем возвращения Камано, Макеева, Антона Вернчука и Бека-Бека. Но и сейчас не могу сказать, что игра Локомотива вводит в уныние, как это было, например, в конце прошлого года, когда мы могли вообще ничего за матч не создать у чужих ворот. Но ЦСКА, пожалуй, в этот момент времени действительно смотрится солиднее и он лучше понимает, чего хочет. Я люблю оценивать, как бы завершилось противостояние, если бы, например, Локомотив в ЦСКА сыграли не одну игру, а 10. Вот мне кажется, что на данный момент ЦСКА выиграл бы 4, еще 4 мы бы сыграли в ничью, а в двух оставшихся одержали победу. Это, конечно, не катастрофа, но и ничего хорошего. В качестве игры надо прибавлять. Дмитрий Вячеславович, кстати, обещал это на пресс-конференции. Ну, мы же тренируемся, мы не стоим на месте тоже, поэтому... Тогда... От, игры, от игры к игре будет команда прибавлять, набирать форму. Посмотрим в конце недели с Ахматом. Пока Локомотив страдает от проблем в обороне, одна из главных причин этого кризиса – бразилец Пабло смотал удочки и улетел в Бразилию, где наконец нашел себе новый клуб. Этим клубом стал Фламенго, который и раньше назывался в числе претендентов на нашего уже не нашего, центрального защитника. Примечательно в этом всем то, что за Пабло Локомотив получил от двух Половины до примерно 3 миллионов евро, в то время как легионеры, которые покидают сейчас российскую премьер-лигу, договариваются или о бесплатных разрывах контрактов, или об арендах. В то время как. На Россию накладываются все новые и новые санкции, которые крайне осложняют денежные отношения. Локомотив в этих стесненных обстоятельствах умудряется провести невероятно успешную для себя сделку. Ведь мы покупали Пабло за 2 миллиона еще по тому маленькому курсу, а продали спустя год уже 31-летнего игрока с наваром почти в миллион по новому курсу. Конечно, отъезд Пабло это жесткий удар по локомотиву. Это не просто еще один защитник. Это именно тот защитник, который должен был давать мощь и игру на втором этаже. Да, Пабло был не безупречен, его косяки в перехватах засели довольно глубоко в память, но для общего спокойствия он, конечно, был очень нужен. И 3 миллиона евро не получится расставить стопочками по штрафной, чтобы они реагировали на скидки на дальнюю штангу. Но фиксируем, что оказывается продавать мы все-таки умеем. И вполне себе логичный вопрос. Если получается продать Пабло... 31-летнего за 3 миллиона евро в условиях, когда у противной страны абсолютно все козыри на руках, то почему, блин, мы за выторговали всего 2,5 и не стоило ли продать Пабло еще вот тогда зимой, а Мурило, соответственно, оставить? Это все риторические вопросы. Разумеется, мы понятия не имеем о том, какая ситуация сложилась сейчас, какая была тогда. Возможно, Фламенко именно сейчас осознал, что Пабло им невероятно нужен. Возможно, еще зимой мы договорились, что Пабло перейдет к ним летом, а сейчас просто ускорили эту сделку. Но просто факт. Теперь в нашей обойме... Один 18-летний центральный защитник, один центральный защитник с порванными крестами, один центральный защитник, у которого нету ни одного полного матча к 22 годам, и Тин Едвай. Ну и 3 миллиона евро. Дай бог, летом получится их потратить на что-то путное. Ну и давайте к новостям российской премьер-лиги, благо тоже есть на что обратить внимание. Уфу с Нижним Новгородом и Урал с Ахматом пропускаем. Футбола в этих матчах не было вообще, да и жизни как таковой в этих командах практически нет. Разве что отмечу забавный казус. В матче Уфы с Нижним Новгородом судья после подсказки ВАР пошел смотреть, был ли пенальти в пользу Уфы. А после детального изучения картинки взял, да и удалил Кабутова за вторую желтую карточку игрока Уфы. Вот так вот бывает. Чуть интереснее для нас с турнирной точки зрения нулевая ничья Сочи против Химок. Сочи не впечатляют и в двух предыдущих матчах очень сильно отскакивали при помощи пенальти и подарков соперников. Был подарок и в этот раз, но Юсупов пенальти не забил. Лантратов отбивает пенальти в двух матчах подряд. До этого, помните, он взял пенальти от Рифата. А вообще в этом сезоне примерно Лантратов отражает половину ударов с 11-метровой отметки. Пора бы уже вернуть, наверное, Лантратова, как думаете? Говорят, что после этого матча Химки покинул Зе Ламкель, тот самый, что засунул нам двушечку. Очень жаль, игрок интересный, было приятно за ним наблюдать. Забивал Ламкель и ворота Сочи, но гол отменили. Без него Химкам будет невероятно, тяжело спастись. Если, конечно, РПЛ не примет решение, что в этом сезоне вообще никто не вылетает. Это более чем реально. Четвертая ничья тура произошла в Самаре, где Крылья очень бодро играли с Зенитом. Правда, селенок у самарцев на весь матч не хватило, и под конец стало понятно, что забитый мяч в ворота самарцев – это дело времени. Шикарный гол удался Круговому, который поверил в свой дальний удар. Вот только праздновать три очка питерцы начали слишком рано. Прошляпили подключение центрального защитника Барыча в чужую штрафную. А Сергей Пеняев не прошляпил, взял да и навесил ему точно в голову. 1-1 и Динамо возвращается в гонку. Возвращается, потому что в своем матче довольно легко переиграли Арсенал. Но а как тут не переиграть, когда Тулики и, в частности, Иван Новосельцев сделали абсолютно все, чтобы подгадить своему бывшему клубу. Включая изумительную углевую передачу на Федора Смолова. Обескровленный Краснодар, из которого ушел тренер и все легионеры, защищался весь матч против Спартака, но в итоге победил 2-1. Для болельщиков Спартака раздолье. Судья Евгений Кукуляк отменил два гола красно-белых и поставил пенальти в их ворота. Правда и в ворота Краснодара тоже. Да и со штрафным, с которого забивал Спиртян, есть определенные вопросики. Но справедливости ради скажу, что у лично у меня вопросы есть только к финальному пенальти. Вот он мне кажется сомнительным. А во всех остальных решениях логика и последовательность прослеживались. А вот игра обеих команд удручает. Это было очень медленно, очень скучно и катастрофически плохо. А Сельху пора все-таки уже научиться ставить стенку. Еще более огненной в судейском плане получилась финальная игра туры между Ростовом вернувшегося Карпина и Рубином Слуцкого. Ростов победил 2-1 благодаря голу Полза и автоголу Бегича, но сама игра особого интереса не представляет. Главные события произошли не в игре, а после нее. Леонид Слуцкий выдал огненную речь с обилием нецензурной лексики в адрес Виталия Мешкова. Мешков это, это вообще просто пародия на, на судью. Ну, в том, что Мешков не умеет судить, мне кажется, особенно и спорить никто не будет. Но Леонид Викторович продолжает свою священную войну против судейского корпуса. В целом могу только поддержать. К сожалению, уровень судейства в нашей лиге упал до какого-то просто катастрофического низкого уровня. Из АСК экспортно-судейской комиссии в связи с известными событиями уехали все иностранные специалисты. Глава судейского корпуса руководит им по зуму из Португалии, а рулит всем небезызвестный Хачатурянц, который вообще-то не имеет права занимать эту должность после назначения на пост главы российской премьер-лиги по регламенту и по требованию УЕФА. Но почему-то на эти документы все решили наплевать и дать закончить ему начатое дело. Состав ЭСК прямо сейчас это Перейра Пазума из Португалии, Хачатурянс, который никогда в жизни не судил, Каманцев, который никогда в жизни не судил, бывший руководитель Академии Зенита Сергей Фурса, отец действующего арбитра РПЛ Николая Левников и Сергей Зуев, которому у меня вопросов никаких нет. Вот эти люди в шестером определяет, что оказывается желтая карточка, которая была показана Бруно Виане, была показана неправильно. А вот Кекиша в матче с ЦСКА удалили абсолютно справедливо. Ну, я не знаю, как это комментировать. Заканчивать на плохой ноте не хочется, поэтому вот вам Лисакович, который спасает мышь с футбольного поля. На этом все. До встречи через пару недель или раньше, если будете заглядывать на стримы или в телеграм-канал. Или позже, если Ютуба через две недели у нас уже с вами не будет. Кто знает? Смотрите футбол. С вами был Тим. Пока.